Хотите узнать, что такое лицемерие? Очень-очень коротко, вообще, без всяких там разглагольствований. Смотрите, вот эта акция движения «Стоп цензуре». В Украине есть такое движение «Стоп цензуре», представляете? Журналистское. Вот, они собрались. Посмотрите на эти скорбные лица, видите? Ну, они просто, ну, видно, что до глубины души потрясены. Видно, что даже не едят, наверное, из-за скорби. Вот видите, лампадки, скорбь, лампадки. А теперь внимательно слушайте, что говорят на заднем плане. Стоит выше чего бы то ни было. Это люди, которые погибли за свободу слова и за свободу самовыражения. Мы пришли, собрались здесь сегодня, чтобы поддержать наших коллег и выразить поддержку в том числе всей французской нации. Это называется лицемерие.